Окей, okay, есть. Итак, мы начинаем наши занятия по Пуриму, идем подготовки к Пуриму. Мы идем по книге Рава Уриши, как она называется, Боад Моэд. Я за тем, что не было более лучшего, перевел всему свое время. Хотя это не совсем так, ну, приблизительно, по-моему. Окей. Okay. Значит, статья посвящается Пуриму. В самом заголовке уже есть... некоторый такой сильный зачин, контрастный, который для меня, в всяком случае, был как бы достаточно как бы новым, и, по-видимому, это призывает к следующему чтению. А именно, Пурим, Ацвуд, именно Ацвуд. Ацвуд – это отлично от радости. То есть, грусть. Ну да, грусть, да, Ацвуд. Хотя, ну, Эцеп, но Ацвуд. В общем, да, грусть, но, в общем, это что-то антипод к радости. От слова действительно эцеп... Ну, поищу синоним. Что-что? Печаль. Что-что? Печаль. Да, вот скорее печаль, мне кажется. Хотя печаль тоже, но даже печаль, мне кажется, отсвут это лучше. Печаль это лучше. Печаль и месяц Адар, да? Ну, подчеркивается Ацвуд и Ходеш Адар. Почему? Потому что как бы это противоположно. Потому что Ходеш Адар у людей сразу в ушах, что как бы Ходеш Адар связан с тем, что как раз увеличивает Симху, а почему-то Рав пишет Ацвуд печаль. А вот сейчас как раз с этого мы и начнем. Итак, первый параграф называется Симха в Ацвуд, а именно на эту тему, то есть радость и печаль. Ну, даже по-русски звучит название радость и печаль. Начинаем. Рав пишет. Есть несколько параметров, по которым Пурим, праздник Пурим, он представляется с первого взгляда достаточно странным. И первый из них – это как бы его характер, тот характер, который мы празднуем, праздник Пурим. И понятно, что сейчас имеется в виду то, что мы приумножаем в питье вина. И несмотря на то, что сказали, сказали хахамим, да, то есть мудрецы, нету настоящей радости, а именно как в вине. И это из трактата Псахим. И поэтому в каждом празднике, да, муадим это даже больше, чем праздник, ну, праздники по-простому, да, Аллаха установлена так, что надо есть мясо и пить вино, да, но при этом не до пьянства. Да, вот это вот ло аваль ло ад гдейших руд, вот это уже как бы это сильно, да, то есть, ну, как бы понятно, пить, но не напиваться. И даже когда есть такая большая заповедь, как питье вина, как, например, заповедь выпивания 4 бокалов в Песах, да, знают, что одна из как бы на действительно заповеди Песаха, пасхального седра, это выпивание 4 бокалов вина. Но при этом Талмуд подчеркивает, что совершенно как бы невозможно, в смысле не следует, по-видимому, доходить до состояния опьянения посредством выполнения этой заповеди. Почему? Ну, потому что как бы сам порядок седра, он сделан таким образом, что между вином и вином, в смысле между бокалом и бокалом, есть еда, есть промежуток, а не один за другим подряд, хотя, между прочим, там между каким-то вторым, по-моему, практически нет разницы, но неважно, тем не менее. Для чего? Для того, чтобы люди разговаривали к материалам, аспектам Агады, а ну такого нет в Пуриме. Почему? Потому что в Пурим сказано, вот эта вот знаменитая фраза, да, «Хаяв иниш лепсуми аддело яда», Бейнару Роман Ле Барух Мордехай. Почему? Хаяв Иниш. Это даже я могу перевести с арамита, по-видимому, да. Обязан каждый человек. Лепсуми. Лепсуми от слова псамин, наверное, имеется в виду пить вино. Да? До того, когда он перестанет разделять. Аделояда знаменитая. Да? Между чем? Между Проклятаман, Ару Роман и Барух Мордехай. Что имеется в виду, по-простому, наверное, идея такая, человек напивается настолько, или настолько как бы теряет осознание происходящего, что
словами он не может, словами ментально, но не может уже разделить. Для него он не может понять, где Арур Аман, а где Барух Мордехай. Окей, продвигаемся дальше. И если это действительно все так, да, то вообще это не очень понятно. Что же это такое, из-за чего, собственно говоря, что есть такого специфического в этом празднике Пурим, из-за которого надо действительно настолько круто пить вино? Вот круто, я сказал, муфризим, то есть как бы сильно преувеличиваем, да? Дальше пишет Рав. Дополнительная алаха, которая связана с Пуримом, да? Когда есть проблема в ее понимании, она заключается с чем? Сказано, Миша Нихнас Адар, Марбим Басимха, когда приходит месяц Адар, и наступает, начинается месяц Адар, увеличивают в радости. И это в Масехе Тани, то, что в скобках написано, да? Лихора. Лихора как будто. Как будто странно. Если Пурим, он праздник, смысл которого это веселье, причем кульках веселье, такого уж супер веселья, зачем же тогда есть необходимость в приказании еще увеличивать радость? Ну, то есть, как бы и так радостно, а зачем-то еще-то вообще радоваться, как бы, если уж по-простому радость? Ну, так и а что еще радоваться? И тогда, значит, Рав предполагает такое, я бы сказал, смелое предположение. Тянуч, мне, как говорится, котонки, да, мне такое в голову не приходило. Он говорит, вообще-то, по-простому или обычно, нам от нас требуется увеличивать в радости, когда вообще есть какая-то атмосфера общая, которая связана именно с печалью. Ну, по-видимому, как бы идея, наверное, как бы некоторого сбалансирования, да? И несмотря на это, нам надо, несмотря, то есть общая вера, общая атмосфера, она печаль, несмотря на это, нам следует радоваться. И исходя из этого, следует понимать, что, по-видимому, в месяц Адар есть достаточно причин, дословный перевод, хорошие причины, для того, чтобы быть печальным. И несмотря на это, от нас требуется для того, чтобы превозмочь эту печаль, которая распространена в это время, Ашура Безмамзе, да, который стоял в это время, и давка именно веселиться. Почему? Да потому что по простому смыслу, потому что в конце концов мы спаслись от смерти. Почему? Потому что не дай Бог, Хас Вишалом написано, да, не дай Бог, по-русски переводится не дай Бог, с нами могла случиться полная гибель, поражение. Клея – это полное поражение на еврейский народ, но Акадош Бару, благословенный Акадош Бару, святой благословенный. Да, святой благословенный, славен благословенный. Всевышний. Святой благословен он. Акадош Бару сказать проще, он нас спас. И поэтому у нас есть обязанность благодарить и веселиться. Последнюю строчку читать. Часов подними. Да. Сейчас, секунду. Да. И кроме того еще, в заповеди, вот напевание, в смысле напиваться, а еще есть намек, вот какой вещи. Человек, который напивается, человек напивается, когда он хочет забыть. Я, начиная с этого момента, обращаю всех, я скажу так, я надеюсь, что у всех есть либо больше, либо меньше опыт некоторого опьянения, либо в молодые годы, либо в позже. Поэтому то, что сейчас будет дальше, видимо, Рав обращается к израильтянам, которые не очень знают, у них нет такого экспириенса. Но все-таки люди, как бы, нашей судьбы, они могут, в общем, более-менее себе представить, о чем говорит Раввин. Я смею предположить. Итак, продвигаемся дальше. Итак, поэтому... Ну, извини, Натан, да. Но он обращается все-таки к религиозным людям, а религиозные люди, они как-то не experience, именно, я знаю, как сказать, переживания.
выпивание в Пуриме именно. Ты когда-нибудь видел, что происходит в Ешивах? Вот я просто со своими детьми, да, которые самые, учились в Ешивах, вот там они получили первое... На самом деле, у меня странные дети. Мы всегда пили вино в субботу. Они всегда просили сок. Никто не... И до сих пор большинство не пьет вина. Но в Пуриме они напиваются. И они напиваются, некоторые до полного... Да, до полного этого. Нет проблем. Люди исполняют в Мяшарим, вообще пьяные валяются, дикое зрелище. И вот в Мяшарим, да, я уже не хотела упоминать. Мяшарим, то, что на улице можно. Я сейчас, честно говоря, говорил не про это. Я стыдно говорить, но я вспоминаю свой минимальный опыт, да. Ну и вообще, как бы российский опыт. Так по-большому, мы сейчас не будем эту тему раскрывать. Но, наверное, действительно, раб как бы сильно поднимает тему, которая лежит в основе. А зачем люди пили вообще? В каком-то смысле, ну, представь, чтобы забыться, чтобы было весело. В каком-то смысле не только было весело. Действительно, вот эта идея в том, что у человека все уравнивается. Он в каком-то смысле... Да, это мы еще до этого не дошли. Да, мы дошли, да, в каком-то смысле, в каком-то он смысле... Он более подробно дальше будет говорить. Да, конечно. Он переходит в другое состояние. В настоящий момент он подчеркивает именно вопрос забывания. То есть, правильно? Действительно, алкоголь, он как-то выводит тебя куда-то в другую... степени. 100%. Немножко окей. Отдаляет от реальности. Неважно куда. Иногда сюда, иногда туда. Всех по-разному. Но как-то вот именно вопрос то, что ты можешь забыться в алкоголе. Да. Книга этих притчи Соломона там тоже сказано, да? Дайте выпивку погибающему. Дайте шихар погибающему и вино огорченному душою. Ну да, что-то. То есть кому плохо, это очень подходит к этому, да? Чтобы он забылся, чтобы он печаль как бы сгладилась из его, во всяком случае, на некоторое время. Окей. Души. Да. Хорошо. Продвигаемся дальше в эту потрясающую тему, захватывающую. Итак, в соответствии с этим, получается, что у нас в Пуре есть какое-то, есть что-то, что мы ужасно хотим забыть. Для того, чтобы мы смогли веселиться. То есть для того, чтобы веселиться, надо что-то забыть. Ким не скоро. Почему? Потому что если мы будем помнить, тогда у нас не будет места для веселья. Получается, что веселье напрямую связано с забыванием. Можно кайфовать и веселиться, когда ты что-то забыл. А если будешь помнить, да, то веселья не получится. Значит, соответственно, получается некоторый технический момент. Надо... Но в данном случае, я думаю, он имеет в виду нечто, что связано именно с Пуримом, с месяцем Адар. Да, а не конечно. Просто вообще. Ну, конечно. А не просто какое-то абстрактное горе, 100%. Которое на тобой все время висит. 100%. Если пролетариат и интеллигенция, как бы знакомый нам по 30-летней давности России пила, это было не из-за Пурима, правильно? Не из-за хода Шадар. Другие причины. А из-за того, что там постоянно над тобой. Ну хорошо, да, мы сейчас не будем это раскрывать. Они хотели об этом забыть как раз, да, чтобы не... Вот, да, конечно, вот именно. Да. Дальше. Итак, к тому же мы дополним, что есть еще дополнительная параллельная алаха, а именно, которая имеет отношение, это я добавляю, к другому месяцу, и она... несимметрично, а наоборот, а противоположное. Миша нихнас аф мам итин басимха. А именно, когда приходит месяц аф, уменьшают в радости. То есть получается как бы обратная вещь, да? Это тоже в трактате Таанит. И получается наоборот, если идти по этой схеме, да, вот по формуле, которую предложил Рав, то получается, что именно в месяце аф у нас именно есть причины, достаточные причины для того, чтобы радоваться. Но из-за того, что разрушение храма в открытом виде, так как оно произошло на глазах у всех, да, у всего, не только, наверное, евреев, имеется в виду у всего мира, это, конечно, зло, с которым было связано огромное количество несчастий. Мы делаем, как бы преуменьшаем в радости, несмотря на то, что
по простому смыслу, по природному смыслу, у нас было бы вполне правильно, да, наполнить наши сердца радостью именно в Ходеш, именно в месяц Ав. Для того, чтобы мы смогли не печалиться, как это Авель, ну... Траур. Да, ну даже не траур, а как это по-русски? Скорбить. По-русски? Мы могли скорбить о разрушении. Значит, получается, Рав предлагает такое вот, как он зачастую, ну я это называю, естественно, в этом нет ничего как бы халила отрицательного, он такой кубик-рубик стоит. Вот понятно, что значит, если что-то связано с весельем, то должно быть, если что-то связано с весельем, должно быть наоборот в сторону страданий или там горе или не радости. А если как в Пурим, то получается наоборот. Он всем таки перевертыш. А ты можешь чуть провернуть, потому что я дошел до конца. Ну, я не думаю, что это как-то ассоциируется с кубиком Рубика. Это не какой-то не подтасовка фактов и не какие-то странные заключения. Ну, неважно. Даже, я тоже не имею в виду в плохом смысле. Он как раз здесь апеллирует к некоторому нашему естественному пониманию ситуации. Он говорит, зачем тебе заповедь веселиться, когда тебе и так весело? Это как бы очевидно. Да? Он говорит, понятно, что здесь есть что-то негативное, что тебе надо сосредоточиться на том, чтобы веселиться, а не грустить. Okay. Месяц Ав тут пример аналогичный. Потому что это происходит летом, это происходит в такую пору, когда, в общем-то, сбор урожая, и вообще, естественным образом, человек гораздо более склонен к веселью, и вот это 15 ава у нас такой радостный праздник. Ну, не праздник, как бы, а полупраздник. Да. То есть, что-то естественное там есть в смысле радости, наверное, в будущем оно... Но это идея сбалансирования, но может быть, продолжим как бы читать, но это идея... Я не думаю, что здесь есть обязательно баланс. Он просто показывает, что это... Если тебе сказали в Ходеш Адар умножить симху, значит, где-то скрыта печаль, значит, ее надо уравновешивать. А почему надо обязательно уравновешивать? Ходеш Адар, веселье, ну так и набивайся дальше, и радуйся больше. Почему это должно компенсировать? Ходеш Ав наоборот. Почему наоборот? Почему принцип баланса должен быть? Но я говорю, что это хидуш, я не говорю, почему. Я говорю, что это хидуш, по-моему, это не очевидно. Но давайте будем как бы дальше читать, и, может быть, поймем. Ну, как хочешь, я не знаю. Мне кажется, что это не баланс. Есть некая заповедь веселиться, вода. Почему? Он объяснил, почему. Может быть, дальше будет более подробно. Потому что этому надо веселиться, что мы спаслись. То есть, на самом деле, это тоже проблема. Почему этому надо веселиться? Но он потом будет отвечать мне. Есть некоторая необходимость в этом. А если я тебе не скажу, что нужно веселиться, ты будешь грустный, потому что, на самом деле, месяц, в принципе, грустные события, грустные, все такое. Окей. Идем дальше, хорошо? Итак, спрашивает Рав. Так в чем заключена радости в месяц Ав? То есть мы пришли к заключению, что в месяц Ав должна быть какая-то радость. Да? А в чем тогда эта радость? Об этом написано в Тейлим. Тейлим – книга псалмов, да? Мизмор Лесав, Мизмор Асав. Господь пришел, а Элоим бау гуим, бенахлатеха тимует и халеха. Пришли язычники в наследие твое, осквернили святой храм твой. И оставили Иерусалим в развалинах. Да, я понял, только не понял, как бы, но это противоположно опять. То есть, как бы, с одной стороны, Рав спрашивает, а в чем причина, как бы, веселья в Ходеш Ав, а потом сам себе отвечает. Секунду, это надо продолжить. Шеле Мидраш, да? Да, ну правильно. По-простому эта фраза, она противоположна, потому что никакого, как бы, веселья здесь нет. Мы еще не получили ответ, вот раньше времени. Я понимаю, но... Да. Приводит посук из Таилим, который как бы говорит обратно, никакой радости нет. Тогда, по-видимому, Рав говорит, давайте всмотримся то, что не видно на первый взгляд. Итак, выражение. Мизмор ле Асав. Откуда вообще это? А чему нас учит? Мизмор ле Асав учит нас, что действительно мы веселые.
И спрашивает Мидраш, это Мидраш Эйха Раба, да? Почему не сказано «кина леаса»? «Кина» мы знаем, что это по-русски переводится «плач», «скорбь», это «скорбные пьютим», как угодно. «Кина» — это оплакивание, да? Почему не написано «кина леаса»? Сказано «мизмор». Почему? Потому что как будто... А, потому что по-видимому, было бы более бы логично, да, оплакивать, вот это слово здесь написано «леконен», да, оплакивать вот все то, что перечислено в этом пасуке из Таилим, то есть разрушение храма, осквернение и так дальше. Но почему тогда написано не «кина лаэсав», а написано «мизмор лаэсав»? Раф отвечает: «Аэла шеану смехим», а потому что мы радуемся, что Акадош Барву, и он послал или обратил свой гнев на деревья и камни и не вылил, уничтожая до конца, и не вылил свой гнев, по-видимому, уничтожая до конца людей с плоти и крови. А иначе бы хас выхалило, не дай бог, еврейский народ не существовал. Да, все проследили за этим логическим выводом. Да? То есть там в Псуке из Таилим сказано, что осквернит, то есть все плохие вещи, но единственное, что из этого мы вести хорошее, что они были произведены не с людьми, а были произведены с камнями и с деревьями. И это дает нам возможность или дает нам причину для того, чтобы быть, тем не менее, несмотря на то, что храм разрушен, тем не менее, быть радостными и веселыми. И это заканчивает Раф, вот этот параграф, и это причина, из-за которой у нас есть место, чтобы радоваться, но вместе с тем мы должны уменьшить в радости. Почему? Потому что разрушен храм. Это было объяснение про Ходеш А, какая есть причина там, тем не менее, быть веселыми. Это вот в конце этого. Несмотря на то, что сказано, когда приходит Ходеш А, надо уменьшать веселье. Окей. Кто хотел быть следующим? Ну, мне кажется, все-таки здесь Раф такой талмудический этот прием применяет, да, что по простому-то смыслу как раз в Адаре произошло избавление, да, связанное с Эстер. В Аве произошло разрушение храма. То есть по простому смыслу Ав грустный, Адар радостный, да, но он находит такие причины как бы наоборот, что хорошего в Адаре и что плохого, точнее наоборот, что плохого в Адаре и что хорошего в Аве. И почему нам дается заповедь в Аве увеличивать грусть, а в Адаре увеличивать радость? Или как? Или это только мне так кажется? Он пока просто не говорил о том, почему, собственно. Он просто тезис выдвинул, что, наверное, здесь что-то, в общем, грустное в Адаре произошло, а вовсе не веселое. Но мы все-таки должны в этом найти что-то веселое, и это очень важно, и веселиться. Потому что действительно... аналогия на самом деле с псалмом просматривается. Там то же самое. Там мы выжили, несмотря на разрушение храма. То есть, казалось бы, может быть, более крайняя, да, полярная ситуация. Но, в общем, та же самая. Что главное, что мы выжили. То, что храм разрушен, то, что нас изгнали из земли и так далее, это, конечно, плохо, но главное, что мы выжили. Фактически, Пурим не до такой степени, но все равно, на самом деле, ничего особенно хорошего не случилось. Но мы выжили. Главное, что мы выжили, будем этому радоваться. Это вот, об этом он, я думаю, будет и дальше говорить. Но пока он только поставит вопрос. Он только объяснил, что, да, что на самом деле мы должны понять, что это... Ну, как бы, по большому счету, не очень веселый праздник. То там да. То, что случилось в Шушане, это грустные события. Но мы должны радоваться тому спасению. Без этого никак нельзя. Так бы. Окей.
Потом надо объяснить, конечно, он объяснит потом, почему это грустно. Честно говоря, вот в том, что мы разобрали, меня лично, меня меньше захватывает, как бы, не знаю, эмоционально или интеллектуально, вот это вот такой некоторый подход, что везде должен быть баланс. И мы ищем как бы баланс. Мне из всего, что вот здесь было, да, меня, честно говоря, очень сильно, так сказать, задело, потрясло, что питье связано с забыванием. Это главный параметр. Что все-таки по простому смыслу, я не знаю, я вспоминаю то, что я знаю, да, действительно, то, что Рав говорил, я не смог лыбафый нож. А для чего вино? Для того, чтобы веселить сердце человека. По простому смыслу. Все-таки это на уровне какого-то психоанализа уже, что люди пьют в основном для того, чтобы забыться. Окей, ну посмотрим дальше. Вот это, по-моему, вот это... На самом деле, я думаю, что это вполне понятно. Ты не забыться, но ты как-то расслабляешься. У тебя какие-то... меняется некоторое представление о мире во время... Алкоголь как-то влияет на то, чтобы плохие вещи ушли или грустные мы на задний план. Это частичное забывание такое происходит. Но насчет баланса я не поняла твое утверждение. Где тут баланс? Он не говорит, что нужно баланс. Оставь баланс. Я не вижу, что... Где в источниках, где в Мекурот сказано о том, чтобы пить для того, чтобы забыться? Я не встречал. Ну, вот мы тебя привели. Погибающему и вино огорченному душою. Да. Еще раз. Дайте шихар погибающему и вино огорченному душою. Ну, может быть, да. Это похоже, да, это похоже. Ну, в Валахе нету. В Валахе, в Талмуде, что вино – это знак веселья. Все. Вот, может быть, все-таки знаешь, что же есть разница. На самом деле... Шихар. Ну, где-то даже похоже, мне кажется, по звучанию на слово как-то Лешко, Зекер, что-то такое. Но слово «я» однозначно симха. Никогда не встречался. Нет, шикар – это не связано с забыванием. Это скорее связано с пьянством, да, лишь такое. Вот это да, вот это пьянство, да. Вот это, вот шикар – это любой другой алкогольный напиток, не вино. Это пиво, может быть, или... Ну, наверное, пиво, что еще там делать? Но про вино тоже сказано, что у вина есть два аспекта: вино веселящее и вино опьяняющее, то есть позитивный и негативный аспект. Окей, ну хорошо, давайте прочитаем дальше. Окей, кто читает? Ну, я могу. Давай, нет давай. Проблем. В дни Ахашвероша. Если так, то нужно выяснить, какие причины вызывают грусть в этом месяце. Согласно которому вынесена Аллаха, что когда наступает месяц Адар, увеличивают радость. Месяц Адар, есть очень грустная тема, да, самая даже печальная тема, и на нее есть намек в начале свитка Эстер в словах «И было в дни Ахашвероша». И говорит Талмуд в трактате «Могила», это мы получили от мужей Великого Собрания, что да. В каждом месте, где сказано «и было в дни», это означает... Да, «вайги», «бими». Потому что это звучание такое «вай-вай-вай». А, да, то это «вай». Намекает на грусть, да. На грусть. Это значит лашон цар, то есть там речь идет о каком-то страдании. И если так, квинтэссенция свитка Эстер, гира вахоля тама не шар мимену, она негативная, да, плохая. И таков весь смысл, который остается от него. Зеус мансара, то есть это время скорби, время бед. Шима наши вальках шедеврея Талмуда мрим. И, возможно, мы бы ответили на это, что слова Талмуда говорят только о начале свитка, что плохая часть в свитке это только относится к первой части, но в конце свитка он хороший, там все хорошо. Но сказано в продолжении, и было в дни Ахашвероша, он Ахашверош. Да, в Египте Ахашверош, Хуа Ахашверош.
И объясняет Раши, он Ахашвирош, что он грешник от начала и до конца. До какого конца? До конца свитка Эстер. Там, где сказано, установил царь Ахашвирош налог. Маши Мацби Алитхаскут Шилтону. То, что указывает на укрепление власти Ахашвироша. Да, да, да. Абуда. Могила. А, факт, которому... который суммирует свиток Эстер, да, то есть факт, к которому приходит в итоге свиток Эстер, это именно налог, да, который наложил царь Ахашвирош. Да, то есть окончательный итог, которым кончается вся книга, резюме. То есть, несмотря на то, что там было избавление, и там побили врагов, и там не были уничтожены, все закончилось все равно укреплением власти Ахашвироша. Так, Кемшех, Рацившеля Мацава, Метуар, Батхила, Вигибиме Ахашвирош, Венли Хакимат, Давар Гаруамизе. И... Да. Ну, то есть, как бы, продолжение вот этого состояния, которое описывается в начале и было в дни Ахашвироша. Непосредственное продолжение, да, Рацин. Неразрывное продолжение от начала. То, что в начале сказано, во имя и то есть это мы объяснили, как это было плохо, да, во имя Ахашвироша. Вот так оно и тянулось до самого конца. Ничего, в общем-то, хорошего там и не было. У тебя нет более... Нет ничего нет хуже ничего этого, значения, да? Так, умала давар гору акулькахши, а я бы мэ хашвироши. Что такого ужасного в том, что сказано, описывается словами в дни Ахашвироша? Ну да, ой, вы, ой, вы Ахашвирош. Что ж такое вы Ахашвирош? Да. Аубда шейн ладу мэлих мэ Исраэль шану яхулим лимнот лэшуно лэшнот махуто. Факт в том, что нет у нас царя в Израиле, которому мы могли бы считать года. То есть у нас как бы своя... Мы вылетели, собственно, история. В смысле? И мы вынуждены считать наши года по Ахашвирошу, да? По чьим царям. В дни Ахашвироша, что там по нему стали считать дни, то есть считать года. Да. Ану нецалим лимнот лишнот мемелих зар. То есть мы стали считать, да, годы по чужому царю, по царю другого народа Ахашвирошу. Цируфа милим бэмэ Ахашвирош балу марши гаямим имэ га история шейхим ля Ахашвирош. То есть и общее сочетание этих слов в дни Ахашвироша, оно говорит о том, что дни истории принадлежат Ахашвирошу, то есть чужому царю. Ну да. Зел Мацав Гарон Ахашвироша считается не как и было в дни царствования какого-то, и говорится царь из Израиля, а говорится Ахашвирош, потому что он тот, который ковея, который определяет Малах истории. Такая нам идея. То есть, несмотря на то, что в истории был как бы хэппи-энд, да, не считая налога, вся эта история названа дни Ахашвироша. То все это происходило в его дни, он там правил в эти дни, да, тотально. Ну, Раву надо как-то признавать Эцеп. Он, значит, так и он крутит в эту сторону. Окей. Ну да, да. Это как бы внешние признаки, да. В конце концов, какая разница, по какому календарю считать, тому или по этому. Но это нам намекает на то, что вообще мы вылетели не только из собственного летоисчисления, которое мы не можем сейчас считать по нашим царям, как это было на 10-й год правления такого-то царя в Игуде, в Израиле. Мы вылетели не только из счета, но и из истории самой. Как бы мы сошли со сцены истории, и мы не, в этот момент не там. Мы под властью Ахашвироша. Мы один из многих народов. Мы выжили, но главного нет. Израиль не перестал быть игроком, перестал влиять
занимать место в истории. То, что было очень важно в эпоху Танаха. Что это не, не наше время, как бы. Да, но почему так важно? Потому что Танах, собственно, это не просто история. Это Танах нам показывает, что Бог управляет историей. А когда мы вылетели с этой сцены, это перестало как бы демонстрация божественного управления историей исчезла. Да? И мы знаем, что имя Бога нету в Мегилат Эстер. Да? Как бы все ушло в подполье. И это причина грусти. Окей. И это очень ужасное состояние изгнания Израиля и изгнания Шхины. Талмуд в трактате Могила, 14 лист, первая сторона, говорит, что не установили произнесение Галель в праздник Пурим по трем причинам. Первое, поскольку это было чудо, которое было за границей земли Израиля. И как возможно радоваться о том, что произошло за пределами земли Израиля? Второе, в песне «Галель» мы говорим: «Славьте Бога, славьте рабы Господни», Таилим 113. Но и после чуда, да, но при этом и после вот этого чуда избавления Эстер, мы остались рабами Ахашвероша, а не рабами Ашем, да, как сказано в «Галель». Лумар лои гану ле ацмаут медина, да. И мы не достигли независимости, государственной независимости. И по этой причине невозможно говорить «Галель». Третья причина чтения, само чтение свитка Эстер, это является «Галелем». Само чтение – это «Алель». Смысл в том, что «Машма шагая рауи ломарит алель бимкома мегера». Ага. Что было, стоило бы говорить «Алель» вместо чтения свитка, но «Алель кульках не стара шиэнэ шарут лёмру». Но «Алель» там настолько скрыт, что нет возможности его произнести. Так получается, да? Да. Он скрывается за самим рассказом. Угу. Понятно. То есть. То есть есть какая-то большая радость, но она не, она где-то очень глубоко, ее невозможно сказать, ее не можно выразить, она скрыта целиком, и можно только вот в таком, в такой форме, как Мегила, о ней намекнуть можно. Угу. Вот так. Ты хочешь, чтобы я прочла дальше? Да, можно. Или будешь продолжать? Ну, это странно, так, не уводя как бы наше рассуждение, но это странно так, не раскапывая, а просто сходу. Но неужели в той же самой их празднике Хануки, да, который, да, читается Алель, неужели невозможно найти какие-то причины, там, я не знаю, конец царства Маковеев и все, для того, чтобы тоже... Ну, конечно, можно, но всегда можно. А, окей. Вопрос, как мы построим иерархию, я думаю, что более важно, что менее важно. Тут, безусловно, к Пуриму всегда такое отношение было, и в первый пункт, что это было вне земли Израиля, это очень существенно, и то, что не было окончательного избавления, не было вообще фактически ничего. Ну, мы еще и дальше прочтем какие-то дальше стороны того, что там происходило. Ну, спаслись, ну хорошо, дальше. Это, конечно, как раз Рав пришел и сказал, что нам нужно веселиться, что там есть очень сильные скрытые причины для этого веселья. Но на первый взгляд, как раз кажется, это как раз нужно прочувствовать, потому что мы так привыкли веселиться, пурим, ах, мы спаслись, ах, мы победили наших врагов. Но на самом деле надо понять, что ничего такого замечательного не произошло. Мы спаслись просто от уничтожения. Еврейское чудо, да? То же самое, как в Агбаомер, да? Вот, перестали умирать там в этот день ученики. Ну, такого вот плана. Вот будем это праздновать. Мы празднуем, да, потому что это всегда больше, чем то, что нам кажется на первый взгляд. Но надо сначала понять, что было на первый взгляд. И также есть в этом в истории... Мегилат Эстер, свитка Эстер,
очень большое унижение дополнительно. Избавление пришло через хорошую девушку из Израиля, которая была вынуждена развратничать, ну, отдаться гою. И это страшное унижение, которому нет подобного, вот, в частности, о том, что я говорила раньше немножко. Было похожее избавление когда-то, но противоположное ему, которое происходило в земле Израиля. И это в книге Маковеев, об этом говорится, дела Иудит, известные всем, та еврейская девушка, чтобы победить неевреев, она предложила себя, но в конце концов она убила этого военачальника, но не отдалась ему, да? не согрешила с ним. А именно в земле Израиля находится некоторое мужество, которое не позволяет нам, видимо, не сдаться в руки врагам. Но в Персии, в Галуте, в смысле, избавление приходит через то, что мы вынуждены предать себя, Итмасрут, отдать себя врагам, сдаваться перед врагами, не знаю. Если так, почему бы, чему все-таки мы радуемся? Потому что в общем описании, в конце концов, это Мегила рассказывает нам, чтобы сначала было очень плохо, да? А нет, сначала было просто плохо, потом стало еще хуже. И тогда, продвинь, пожалуйста, да, Всевышний спас, ой, да-да, нас, и после этого стало просто плохо. И за то, что мы спаслись от очень плохого, нужно благодарить Всевышнего и радоваться. И сказать аллель. То есть был совсем абзац, а потом стал нормальный абзац. Да, все терпимо, да. И невозможно на это сказать аллель, да. Но радоваться нужно. Однако, чтобы радоваться, нужно забыть. Нужно забыть, что мы в Галуте, и отсюда следует необходимость выпить и опьянеть. Чтобы забыть, что избавление пришло таким позорным путем. Да. Ага, ну здесь что? Уже понятнее становится, да, о чем идет. Да. Продолжим? Вечный урок, видимо, мессер. Послание, ну как по-русски это всегда плохо звучит. Пурима, да. В соответствии с этими со сказанным, как бы есть место, есть возможность праздновать этот праздник. Стоит праздновать этот праздник только в Галуте, потому что только тогда этот праздник имеет смысл. Но тогда, когда мы уже не в Галуте, не рабы Ахашвероша, когда мы добились государственной независимости, как бы уже нет смысла продолжать его праздновать. Против этого утверждения сказано в свитке Эстер, в эти дни будут упоминаться, ну, да, и будут делаться, да, в каждом поколении, в каждой семье, в
каждом стране, в каждом городе. И дни Пурима, эти дни Пурима не прекратятся у евреев. И память о них не исчезнет у их потомства. Нациф из Воложина в своем комментарии на Мегилат Эстер Виленский Гаон. Говорит... То есть Виленский Гаон, правильно? Не-не-не, нациф был... Это не... Что такое нациф? Это та же школа, да, Виленского Гаона. Окей. Он комментирует Мегилат Эстер и говорит, что как бы есть тут в этом предложении, что сказано, у народа не исчезнет память, у потомства не исчезнет память, есть дублирование, нет, повторение. Да. Повторение, да. Лишнее как бы повторение. Ведь потомки евреев, они и есть евреи, сами евреи, как бы действительно, зачем это говорить, упоминать потом. И если сказано, что дни Пурима эти не исчезнут, не пройдут среди евреев, не будут, не забудут, это естественным образом понятно, что и память о них не кончится у их потомков. Это как бы одно и то же. Но отсюда нациф делает вывод, что на самом деле это не удвоение, что начало и конец этого стиха не одно и то же. А иудим, евреи, это евреи, а их потомки – это Израиль. То есть, видимо, имеется в виду, иудим – это те, которые в Галуте, а Израиль – это те, которые получили независимость, так мне кажется. То есть, чтобы Израиль не забыл про то, что было, когда они были в Галуте, когда они были иудеями. Да, вот, мне так кажется, по естественному как бы логике статьи. А именно, иудим, евреи – это имя... сыновей наших праотцев, сыновей Авраама, Ицхака и Якова, тогда, когда они среди народов мира. Что о них сказано в Талмуде, в трактате Мегила, что каждый, кто не признает идолопоклонство, называется иудей. Угу. То есть начиная с наших праотцев, и в частности Рав Шерки упоминает часто это. Высказывание, применение к всем людям в Нейноах. Каждый, кто не признает долпоцовство, он причисляется к Игуди. Куфер однако... Куфер даже сильнее отрицает. Отрицает. Да, отрицает. Да? Да. Может, даже сильнее, чем отрицает, но я не нахожу слово правильно. Но у народа Израиля... есть более широкая идентичность, чем отрицание идолопоклонства. У нас есть национальная идентичность как народа Всевышнего. Наша и национальная идентичность называется Израиль. И поэтому следовало бы... думать, что дни Пурима не уйдут от евреев все время, что есть евреи. Ну, иудеи, я имею в виду, говорит. Но когда придет их потомство, а именно когда народ Израиля возродится, не будет не то, что Рав предполагал ранее, как бы как авамина, как предположение, не стоит уже будет праздновать праздник
которая относится к другой идентичности, к той, которая была у нас в изгнании. Mm-hmm. Поэтому, именно поэтому в свитке подчеркивается, что вы продолжаете делать этот праздник Пурим уже и после 1949 года, потому что через эти события Пурима открылся некоторый параметр, дополнительный параметр в истории евреев. Без всякой связи, без обязательной связи. И тут, я думаю, время, со временем изгнания. Да, я только забываю слова русские. Нет проблем. Периодом, я думаю. Да? Происходит это в период изгнания или в период освобождения. И этот параметр, это очень важное свойство, это называется вечность Израиля. То есть в скобках, да. Скажи, Пурим у нас проявился очень... Почему мы обязаны радоваться, почему мы это так важно? Вот с самого начала был, нам Рав доказал, что, в общем, это очень грустное событие. Потом он, но тем не менее, нам заповедовал у него радоваться. А почему же тогда надо радоваться? О, сейчас мы поняли, почему надо радоваться. Потому что в этих событиях открылся очень важный параметр – вечность Израиля. Вечное существование народа проходит через все периоды. Через времена изгнания и через время освобождения. И правда, что этот вот вечность Израиль более подчеркнута или выделяется в связи с изгнанием. Угу. Потому что там, как бы, я думаю, почему? Потому что там, наверное, видно, что сколько их не топчет, сколько их не уничтожают, они все равно продолжают существовать, это вечная жизнь. Но это всегда верно, продолжает Рав. И поэтому, несмотря на то, что в характере праздника он как бы галутит. Галутный. Все равно нужно продолжать и праздновать этот праздник и в дни избавления. И представляется, что эта вещь, на эту вещь есть намек в тех словах, которые сказал пророк Шмуэль царю Шаулю. Да, из-за того, что пренебрег. Когда он сказал, поскольку ты пренебрег словами, да. Пренебрег словами, маста, тебе, пренебрег словами Всевышнего, так он и маэсеха, он пренебрег тобой как царем. То есть он... ты не выполнил как бы его слов Всевышнего, и за это тебя ты не будет продолжать царство. Да. Да. И там «Нецах Исраэль лой шакер, вело инахем, ки ло адам гу линахем». Потому что вечность Израиля, так это говорит, это как бы имя Всевышнего здесь, он не обманет, и он не передумает, потому что не человек, он чтобы передумать. Так я не уверена, что я 100% перевела по тексту, но это в общем. То есть тут он намекает, Шмуэль не просто так упомянул определение «Нецах Исраэль», то есть «Вечность Израиля». Какая связь между этими двумя стихами? Пророк говорит Шаулю:
ты пренебрег словами Всевышнего и не убил Агага, царя Амалека, ты не выполнил возложенную на тебя заповедь, послание, и поэтому ты перестанешь быть царем. Но вместе с этим из этого, из этих событий в будущем должно, в соответствии из этих событий, из этого, из того, что Шмуль, я сейчас объясняю, да, что Шауль не убил царя Агага, как ему было верено, из-за этого потом, как нам говорит Мидраш, появился Аман, да, потому что он успел между тем, что пророк Шмуэль его убил, выполнив слова Всевышнего, и между тем, что он был захвачен в плен, он успел произвести потомство. По Мидрашу, во всяком случае. И после, таким образом, связывает как бы в этом стихе Шмуэль вот это понятие вечности Израиля и события, которые происходили с царем Шаулем, с теми событиями, которые в будущем произойдут в времена Ахашвироша, да, с этим самым Аманом, который выйдет из Агага. И после, и тогда придет избавление Пурима. И с помощью этого откроется вечность Израиля. Вот, вот это проявление свойств вот этого параметра в мире, как вечность Израиля, она должна была проявиться в Пуриме именно. Это очень важный момент. А именно, несмотря на то, что ты согрешил, сделал большой грех, и этим ты заплатишь, потеряв свое царство, пророк говорит Шаулю, Всевышний воспользуется этим к добру, в конечном счете, чтобы открыть это свое имя, то есть этот параметр, этот аспект управления Нецех Исраэль, вечность Израиля. Поэтому есть большой смысл праздновать праздник Пурим и в наши дни, несмотря на то, что, казалось бы, мы уже в другой ситуации исторической, и что она как бы с точки зрения логики непонятно, почему надо праздновать вне этот праздник. Окей. Взять, как это называлось, не инициативу, а когда бегут с этими штуками, как это называется? Эстафета. 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 Может быть, мы остановимся на этом месте? Да, может быть. Ну как хотите, да, окей, беседа. Тут же глава новая, начнем. Нет проблем. Нет проблем. Я думаю, это мы вполне закруглили некоторую тему. Да, поэтому... да. Хотел сказать, что вот Нецех Исраэль очень сильно, это и в Израиле слышно очень часто. Нецех Исраэль лой шакер, это как некоторое имра выражение, как не то чтобы клятва, но как что-то типа очень сильного припечатания, когда хотят, когда, не дай бог, что-то происходит такое нехорошее, да, но тем не менее есть надежда и вера, что в конце концов все как бы умистодерится и станет нормальным, хорошо, да, то вот это вот говорят Нецех Исраэль лой шакер. Это мощная вещь. Это мощная вещь. Да, верно, но мне понравилась эта идея, что на самом деле с точки зрения логики нам кажется, все сейчас в порядке, у нас там своя страна, мы государственная независимость. Нецех Исраэль был казалось бы, это свойство, это важно было в голове, чтобы мы могли придержаться, чтобы мы не умерли, чтобы мы не погибли, чтобы нас не уничтожили. Но очень важный посыл вот этого последнего, во всяком случае, главы, он в том, что это очень важно и тогда, когда у тебя есть
уже и независимость, и своя страна, и как бы все кажется хорошо. Поэтому на самом деле оно продолжает нас поддерживать очень сильно, то, что ты говоришь. Да, да, да. Да, да нет, мне очень, мне изначально как бы понравилась вообще эта статья, и про Шикрут было, про опьянение в плане психологического как бы сведения все на, как бы на одну плоскость, человек перестает соображать. Почему человек перестает соображать между Мордехаем и как бы Аманом? Не только потому, что у него мозг... Мы до этого мы еще дойдем. Это да, да, да. Но то, что он упомянул про это, я не знаю, это не связано с моим пьяной как бы молодостью. Такой тоже как бы на самом деле не было. Но вообще это сильная вещь на самом деле. Надо алкоголикам рассказывать, что с ними происходит вообще говоря. Окей, это... Нет, ну надо сказать, что это не оправдание пьянства. Он говорит только про один день. И действительно, наши дети тоже так. Они пьют один день в году. Только в один день у тебя есть возможность куда-то. А если ты начнешь... Вот поэтому очень важно. Каждой вещи есть какой-то... Казалось бы, между нами я должна сказать, это я много раз слышала, и хотя это вызывает иногда некоторые огорчения, тем более... Теперь как бы в Израиле мы в последние годы производство вина, оно все более, на более высоком уровне. И кажется, что это такая интересная и важная вещь, там вино. Тем не менее, я должна сказать, я много раз от многих раввинов слышала, что общее отношение к пьянству, к вину и так далее, оно довольно отрицательное. И даже в Мишле, когда он говорит «дайте вино», они говорят, там это... Он подчеркивает, там есть целая глава наставления в Мишле, в котором он, мать объясняет этому будущему правителю, он говорит, что это не для тебя, для человека, который хочет делать важные вещи, управлять и так далее, это не годится пьянству. Это нужно с трезвой головой, ну это в частности. И так почти всюду осуждается. И в Талмуде есть много, осуждается питье вина. Мне лично это трудно, тоже я... Ты нас уговорила, мы вообще мы не пьяницы, мы не алкоголики вообще присутствуем. Нет, ну я не знаю, я люблю делать кедуш на вине, например, и так далее. Но я не собиралась уговаривать, я просто хочу сказать, что при том, что, скажем так, общее отношение к пьянству, оно негативное, тем не менее, вот оказывается, что есть место, где его можно использовать позитивно. Как и многие другие вещи, да. Вот это вот, то, что мы в прошлый раз говорили, да, про кожуру, да, что из него можно сварить варенье. Казалось бы, что это негативная вещь, она только существует. Ну, мы когда говорили про тубишва, да, она существует, скажем, для того, чтобы плод сохранить там, а сама по себе она не нужна. Но израильтяне не умеют пить, это известно. Им достаточно просто виноградного сока попить, все, у них крыша едет. Это меняется со временем. Натан, я просто вижу. Вот сейчас это все отменено, но фестивали вина приобрели такую большую популярность. Мы когда приехали, я помню, мы приходили к папе, сидели мальчики и девочки там и пили кока-колу. Это все давно... Русская алия в этом смысле не самая лучшая. Русская алия внесла свой вклад 100%. Да. Водка, да, 100%. Не самая лучшая. Но Вначале французская алия... Да, но французская алия тоже принесла нам очень много хороших вин. Я хочу тебе сказать, воспоминания 30 плюс лет давности, теперь уже надо говорить 30 плюс, уже, наверное, 35 где-то, да? Вот когда меня в первый раз Дима Довид Карпов повел на Фарбрингены, да, Хабадский, где был Рэб Гейче, где был Рэф Абрум с деревянной ногой, третьего забыл. Ну, неважно. И меня дико поразило, что они просто пьют водку. Причем пьют так круто вообще, на самом деле. Вот именно где-то в том... Но в России не было вина же. Ну, Бесседа, да, не было вина, можно было сок. Тем не менее, было такое... Я не говорю, что они делали халила неправильно, но у меня было странное ощущение, как бы непривычное. Что они явно пили для того, чтобы довольно сильно напиться, и потом пили бесконечные замечательные ай-яй-яй. Но вот эта вот идея питья, была, а меня это поразило тогда. Просто поразило. Это же Хабад, Натан. Хабад, да, но я говорю, ну, потому и поразило. Поразило, да. Но это, наверное, но это не... Это,
Да я шучу просто. Нет, ну, Хабад это Хабад, это да. Всегда будет другое. Что-то. Не только Хабад, видимо, там... Ну, это, наверное, связано с тем, что мы говорили. Вот эта вот идея оставления какого-то логического, интеллектуального смысла и приобретения какого-то другого постижения через то, что ты впадаешь, ну, грубо говоря, в некоторый транс просто, и все. Понятное дело. Да? Да? Это известно. Ну, так сказать, это как бы уже другие эпохи и другие... Да-да, как бы, но нам это близко, мне это близко. А в основном мы подчеркиваем, мы только в Пурим напиться. И, кстати, я должна сказать, что по некоторым мнениям, именно то, что сказано левесумой, да? Да. То есть левесумой напиться, поскольку бессамим это как бы... Ну, наркотическое. Благовоние или... Ну, наркотическое. Не, ну ладно. Самим это наркотиком, самим это благовоние. Это рядом. Да, я вино добавляли туда всякие вкусовые там благовония и так далее. Это делали с вином. А с пивом или там или водки нет. Поэтому есть мнение, что на Пурим именно нужно вином напиваться, а не водкой. Ну да. Окей. Это так. Не по всем мнениям, но по мне. Ну, Равчарки будет про это дальше говорить, по-видимому, какие рекомендации. Нет, про это он не говорит, как там раз про этот закон, что... Там это был цхок, топ, седер. Это был русскоязычный... Ну, ладно. Топ, ну хорошо, мы на этом заканчиваем, ну, господа и дамы. Спасибо большое, Натан, Андрей. Отличная подготовка. Если кто-то может что-то хочет сказать еще? Да. Или на ответ на вопрос? Мне осталось непонятно, почему сказано, что праздник Песах отменится, когда будет более... такая грандиозная геула, да, чем Песах. А про Пурим сказано, что наоборот он будет вечностью. Вот в чем смысл? Да, вот такой? Непонятно. Ну, видимо... Вот, может быть, это связано с этим аспектом вечности. У меня простого ответа нет. Просто так сказать, что вот мы сейчас видели, что это сказано с вечностью, это не объясняет. Надо подумать. Домашнее задание. Но он же не отменится, просто не будет такое иметь значение, как при получении независимости Израиля. Наверное, в Пуриме есть более скрытые, мне так кажется, что, может быть, в Пуриме есть более скрытые смыслы, которые будут иметь свое значение во все времена, хотя это как бы даже не Йом Тов, а Песах, он весь посвящен как бы Геуле, освобождению и все, и как бы это да, все. Хотя сказано Песах, кстати, про Ямот ха-Машиах, сказано, да, Ямим, это Ямим дни, Ямим Лейлот, и то же самое сейчас, и Улам Аба. Не знаю. Ну, окей. Ямот ха-Машиах, не Улам Аба. Ямот ха-Машиах. Ямот ха-Машиах. Да, но на самом деле про все эти вещи, которые в будущем, они как бы так в тумане, и они как бы не очень сильно различаются, и по поводу них есть разные мнения, поэтому... Ну, доживем, поживем увидим, называется. Поживем увидим. Окей. Как-нибудь, наверное, увидим, да. Всего хорошего. Мы за Ташем добавляем. Ну хорошо, все, всем счастливо и пока. В 8 часов через 15 минут Мейер Левинов про совершенно потрясающую одному ему известную историю про ту бешват в устной традиции. Все, всем счастливо, пока, на короткое время.